Сулейманджи. Радикальная исламская организация. Появилась в 1957 году в Турции. До сих пор действует под видом благотворительных мусульманских пансионов и фондов. Цель организации – создание Великой Турции на территории, охватывающей Черноморское побережье России, Крым, Восточную Украину, Среднюю Азию, Кавказ и Поволжье. В 1995 году исключена из духовного управления мусульман Турции из-за радикальной составляющей. Основной принцип работы – открытие так называемых детских исламских школ. Главное, чему в них учат детей – религиозная дисциплина и беспрекословное подчинение наставникам. В обучении применяются религиозные материалы таких экстремистских организаций, как «Братья-мусульмане» и «Хизбут-Тахрир». В итоге выпускники подобных школ становятся потенциальными рекрутами террористических течений. Во многих регионах России деятельность учебных заведений этой организации запрещена Верховным судом страны. В мире насчитывается около 2000 учебных заведений и так называемых благотворительных пансионов, принадлежащих Сулейманджи.